Здравствуйте, вы смотрите канал Максим Мадзе, и мы продолжаем проходить эпилог в Red Dead Redemption 2. Короче, напомню, что мы играем за Джона Марсона, не за Артура Моргана. Артур Морган умер 8 лет назад уже. Но никаких врагов, слава богу, нет. Никаких Пинкертонов, никаких Одрисколов. И пока вообще никого больше. Это наша новая лошадка. Зовут его Эрнандес. Ну и у нас есть два задания на выбор. Кто это у нас такие? Дэвид Гейдес и Том Диккенс. Фермерство для начинающих, отцовство для начинающих. Ну давайте вот это. Он что, будет за мной ходить все время, что ли? Ладно. Пусть будет так. Повторяю, Эйб. Да, сэр. Я же сказал, я не знаю, где работники, мистер Гейл. Нет толку вообще, от твоих слов нет. Три лошади пропали. А может и больше. Здесь как бы... Может быть... Помочь даже некому. Я уже должен был на пути в город, а тут такие... Пава, ты мне поможешь? Пава. Милтон, ты хорошо умеешь, слышь, Ямич? Да, достаточно. Я сделаю все, что потребуется. Хорошо. Помоги моему младшему сыну Дукану. Он захочет покататься на джи. Этот конь для него слишком силен. Моей жене понадобится помощь с кобылой. Эйб, сэр, советую тебе и Диккенсу больше таких глупостей не делать. Ты меня слышишь? Да. Я вам обоим это, если что, сказал. Я уже давно в эту игру не играл. За это время даже, может быть, озвучивать разучился. Но надеюсь, что это будет не так. Ну, еще болею немного. Короче, у нас столько бед осталось. И лошади беглые, вон, бывают. Работник из меня, знаете, не ахти на самом-то деле. Да ладно, может быть, эти увольни из банды ворами вернутся еще? Да, я бы с ними справился. Вот, болтать-то они всякие гораздо. Так босс вот этим в городе занимается, да? Проращивать какие-то дела с увольнями? Да, мистер Геддис ездит в город. Просто, не просто, чтобы делами заниматься. Ну ладно. Ладно, в общем, он тут. А я пойду. Спасибо, парень. Отцовство для начинающих вроде бы называется задание. Ты Дукан, да? Я Джим Милтон. Привет. Тебе помочь с конем? Нет! Ты уверен? Ну ладно, ладно, помогите. Тихо, тихо. Успокойся, лошадка. Вот так вот, вот так. Тихо, тихо, тебе ничего не угрожает. Давай, давай, давай. Тихо, тихо. Эй, спокойно, спокойно. Мы тебя не обидим, Джереми. Кому-то в овес лука положили, да? Спокойно, 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 мы тебя не обидим. Не уверен, что ему нравится кто-то. Я могу заставить его уважать и слушаться меня. Можете так меня научить. Я должен помочь твоей матери, она роду у кобылы принимает, да? Да, это несколько часов уже. Да, и обучение лошади еще. Просто объясните по-быстрому. Ладно. Я сначала выведу его на прогулку, пусть пара выпустит. Я в загоне буду тогда. Утомить. Да, только что вроде добро собирались делать, а сейчас томить.
Ну, томить-то, наверное, бегать надо очень много. Давайте попробуем. Ого! Вот эта энергия из тебя брызжет. Ну-ка, покажи, что ты можешь. Давай! Где наш большой конек? Ух, кружки какие тут. Ну, давай, быстрее. Давай, ну давай же быстрее. Чего ж ты так медленно ходишь? Давай, прям лети как ветер, блин. Давай, покажи, что ты можешь. Вау, ну нафиг. Придется бегать пока. Ну че? Ну че ты опять остановился-то, блин? Или остановилась? Джереми. Джереми, это, видимо, женское имя, да? А, он написано. Ну ладно, он так он. Давай, давай, как ветер беги, как ветер нафиг. И прыгай давай. Ну ладно. Хватит уже так бегать. Опа. Давай, оба. Ладно, все, он готов. Теперь залезай на него и езжай. Ну не торопись. Так, аккуратненько, аккуратненько давай. Нет, я лошади говорю, не тебе. Мое сердце немножко дергается. Говори спокойно и сжимай ноги крепко. Не дай Джереми почувствовать, что ты тяжелый. У тебя все получается. Давай, давай, отлично прям получается. Давай, давай, давай. Я хочу на всякий случай тебя спросить. Нет ли у тебя еще какой-нибудь тут лошади? У меня был пони, но я для него уже слишком большой. Да? А ты не против, если мой сын возьмет ее себе? Ланселот? Да. Ладно, я отвезу его к вашей хижине. Вот и славно. Спасибо, сынок. А можно теперь вас спросить? Эти люди из банды нам больше не угрожают? Говорят, мистер Абель очень богатый, и у него наемников целая куча. Если папа не согласится продать ранчо, они придут сюда и... Да спокойно, спокойно, не переживай насчет этого. Тебя должно волновать только Джереми. Но... Думай только о коне, ладно? А за тех, а за бандитов не беспокойся. Я думаю, что вы двое уже к прогулке готов. Что-то я не уверен. Да не бойся ты, не будешь дергаться, и он тоже не будет. За бандитов не беспокойся, мы с ними разберемся, нафиг. Это вы, мистер Милтон, да? Я думал, вы собираетесь... Помочь мне? Да, да, собираюсь. Извините. Пойдемте, тут мужская рука нужна. Тункан, что я тебе говорил? Не отвлекай работников. Прости, мам. Надеюсь, вы пропустите мои слова мимо ушей. Ты хорошо справляешься, не забудь потом морковкой покормить. Милтон? Да, я тут. Вы умеете принимать роды у кобыл, Милтон? Ну, никогда даже не делал этого, на самом деле. Пойдемте. Где мой супруг? Таких работников, как вы, найдет, может. Работников-то он уже и не ищет. Это не так трудно. Просто засуньте внутрь руку и нащупайте там ноги. Давайте. Ах, ну как скажете, мэм. Так, беритесь, а теперь тяните. Держите их, Милтон. О, как это
мерзко. Так, думаю... Ну, не сказать, что все трудности позади, но думаю, с ней все будет хорошо. Да, отлично. Мы еще и из вас сделаем хорошего работника. Да, надеюсь. Спасибо. И, кстати, мистер Милтон, заходите к нам как-нибудь в дом. Может быть, прямо сейчас выпьем за пополнение в конюшне. Да, я бы с радостью, но меня жена домой ждет. А, так вы женаты? Не знала, что у нас женатый работник есть. Ну, у нас сын еще даже есть. Возможно, вы его тут видели. А, ну, ладно, у меня много дел. Нет времени на визиты. Да, да, все понимаю. Всего доброго, мистер Мелдон. Да, сами роды-то нам не показали. Мы, если мы у кобылы брали роды, то значит здесь же ребенок должен появиться, но нам его нифига не показали. Потому что это, наверное, извращение, и такое нельзя показывать, блин. Ну ладно, нам пофигу. Да что ж такое. Джон? Джим. Я. Да, извини. Так ты этого хотел, да? Не настоящие имена, которые, кстати, еще даже Диккенса не обманули. Мы бежим от всех. Джон, это наш шанс. Шанс на новую жизнь. Прошу, пожалуйста. Ради меня. И ради него. Как он? Он немного ушел в себя. Притих. Ну, ты понимаешь. Да. Может, погуляешь с ним немного? Пошли, малой. Погуляем немного. Ну, пошли. Поверни налево. Новая кобыла для тебя. Садись на него и поехали покатаемся. Тебе Дукан одолжил его. Господи, Дукан. Дункан, господи, зовут его. Я все время путаю. Ну и как тебе? Нормально? Ты не переживай. Куда ты еще хочешь, кроме дома, поехать, а? Не знаю, может, кручу к тому. Ну, отличная мысль, все ты знаешь. Блин. Давай, пусти же ее вперед. Лошадь чувствует твой страх, просто держись уверенно, окей? Уверенно? Да. Не тяни поводья, лошади это не нравится. Ногами удерживай ее и все. Во, правильно. А теперь отпусти небольшой толчок ногами и... Хорошо, Джек. Держать, так держать. Давай темп немножко ускорим. Ладно, пока ускорять не будем, нам этого и так хватит. Не давайте Джеку слишком много разогнаться, иначе лошадь его скинет. Ладно, давайте пока в таком темпе будем гонять. Только что-то начинает уже тормозить. Наверное, из-за вот этих теней от деревьев. А это не так уж и плохо, кстати. Вот и славно. Тут главное хорошая лошадь и немного уверенности. Как я выгляжу? Ну, лучше, чем раньше. Продолжай в том же духе.
У меня уже получается. Да, надеюсь, что так. Ох, какие горы со снегом там. Как бы хотелось там погулять. Красота, не так ли? Я думаю, все согласятся, что это красиво. Фон рабочего стола даже можно такой сделать. Давай реку перейдем. Да, сэр. Блин, я сам уже немножко разучился. Я, если что, матерное слово не говорю, я, блин, говорю всегда. Это специально, может быть, кто-то спросил, поэтому сразу говорю. Последний отрезок. Давай вперед. Нужно возвращаться. На перегонки готов поскакать? Да, наверное. Ладно, вернемся на тропу и направимся прямо к ранчо. Так, по моей команде. Вперед! О! Разыгрываешь, да? Догони там меня уже. Я пока что все равно более лучший наездник, чем ты, блин. Ну и что, что больше? О, стоп. Надо немножко, надо галопом скакать уже. Твоя лошадь меньше и легче, должна бегать быстрее. Может, я, конечно, неправильно рассуждаю. Но все-таки может быть. Все. Я тебя победил. Кто? В смысле? Хорошая гонка, сынок. Я тебя победил. Ну, как я и сказал, ты куда лучше держишься в седле, чем раньше. Спасибо. Слушай, продолжай учиться ездить. Ты тоже. Это еще пригодится. Привет. Я сварю кофе. Да, спасибо. Джек, я сегодня иду на работу, так что не попади тут в беду. А где ты работаешь? Я же тебе рассказывал. Убираю в клинике. Пока. Пока. Доберись-ка здесь. Ладно, хорошо. Увидимся чуть позже. Как же так-то? Как же так, в смысле, он победил? Было же это самое. Как его там? Я же впереди него был. Как он меня победил? Может быть, так задумано, конечно, было. Что в любом случае он победит. А, Милтон, поможешь мне с изгородью? Да, конечно. Изгороди-то ты строить умеешь? Нет. Не умеешь строить изгороди? Не умеешь доить коров? Не привык даже навоз убирать? Но в одиноку справляешься с шайкой грабителей. Я считаю, что у каждого свои таланты, мистер Диккенс. Чем же ты до приезда сюда занимался? Ну, я рассказывал. Жену обманом лишили наследства. Мы пошли за этим в суд. Нам тяжко пришлось. О, да, печальная история. Так вот, я в нее ни капельки не верю. Меня учили, что надо верить людям на слово.
И то, что у нас свободная страна. Да, настолько свободная, что я не могу запретить вам этим заниматься. Так что, наверное, не важно, что вы верите, а что нет. Я буду изо всех сил работать и быстро этому научусь. Ну ладно, ладно. Ну-ка, помоги мне с этой изгородью. У нас полно еще работы. Вколоти поглубже, чтобы она не шаталась. Хорошо, возьми эту рейку и вставь в паз. Так, опа. И... хорошо, дело идет. Так, ну-ка. Раз. Два. Так. Раз. Два. Отлично. Ладно, иди следующий стол забей. Надеюсь, принцип ты понял. Меня ждут другие дела, но... За один день ты точно тут не управишься. Хорошо, бывайте. Пойду в секции пересчитаю. Это здорово. Раз. Два. Заканчивай с забором и иди сюда. Ого. Что там не так? Скорее, скорее. Милтон, пойди сюда. Давай, помоги нам. Ты умеешь с быками обращаться? Не особенно. Знаю, что их лучше не... Ангус Гедден, мистер Милтон. Рад знакомству. Теперь давайте попробуем этот ужас с места сдвинуть. Вау, блин. Черт, блин. Как? Нифига себе, как бегает. Ладно, сейчас поймаем его нафиг. Эй, подожди. Нет, блин. Ты чё? Ты чё, бык, ты чё, офигел, что ли, нафиг? Ну ты чё, блин? Попался, зараза. А ну пошли! Блин. Ты какой, зараза, а? Блин, что... Что он творит? Он разносит все к чертям. Стой, 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 блин. Ой-ой-ой, только не трогай меня. Так-то. Как же мне ее усмирить, а? Тебя, наверное, просто не успокоишь. Но попробовать, конечно, можно. Тихо, 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 пожалуйста, не носись. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 мы тебя не обидим. Тихо, 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 ничего особенного. Полегчало? Ну вот и все. А теперь пошли. Ты туша, блин. И смотри мне. Я догнал его, мистер Диггинс. О, это хорошо. Как ты, парень? Да, пара синяков, все уже нормально. Спасибо, мистер Милтон. Да, не благодарите. А вы... Да, все нормально. Он просто ударил меня. Немножко. Ладно, вот и все. Потом поговорим, Джим Милтон, да? Мы из тебя еще фермера сделаем. Это что за шум, а? Опять чужаки?
Вау! Лучше прикуси язык, малой. А то мы тебя первым убьем. Хотя мы и так его убьем. Эй, не трогайте его. Так, осторожно, ребята, осторожно. Смотрите, это что еще за смелость? А ну убирайся отсюда. Что это за пижон? Гедос тебе платит за смелость, да? Да не, он не платит за уборку. Он сказал, что у него тут стали донимать. Паразиты. Да, вы только послушайте. Какой шутник. Ладно, босс, сейчас ты его уделаешь. Получи. Получи, блин. Ты меня уделаешь, ты сказал? Да, по-моему, все будет наоборот, блин. Ну, говори. Ого. Джим Милтон, а ну отойди от него, блин. Отойди. Ты, он меня первым ударил. О, признаю, парень, ты драться умеешь. А твоя жена кулаками махать умеет? Эй, не лезь к моей жене. Она красавица. Убирайся. Да, еще и с норовом. Представляю, как тяжело, тяжко живется вам здесь. Замужем с мужиком, у которого работа разгребать говно. Чем же ты такие мучения заслужил? Я сказал, не лезь к моей жене. Добро пожаловать в бывшую Большую долину. Рад с вами знакомство. И да, мы еще увидимся. Ты, парень, передай мистеру Геннесу, что мы тут заходили и еще вернемся сюда. Дебилы. Спасибо, мистер Милтон. Спасибо. Да, не переживай. Перестань вести себя как герой из книжки. А что, у меня был выбор? Целая куча, идиот, куча. Да ну ты чё? Мне надо было их не трогать и позволить им убить чувака? Мне кажется, что нет. Все равно, рано или поздно попадаются все. Джон, мне кажется, дело в том, что все надо решать. Когда-то Дач сказал нам. О, дорогая, я не желаю больше об этом слышать. Ну и что у нас там по заданиям? Карта. Дэвид Гедис, Эбигейл. Ладно, на сегодня закончим, наверное. Да. Да, мы на сегодня закончим. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.